Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. 12 апреля сегодня. На улице еще так холодновастенько. 7 градусов тепла. Как-то не очень пока весело. Вот таких у нас клубничных грядочек 5 штук. Вот это будет плодоносить. Или третий, или четвертый год. Вот. А эти, в общем-то, плодоносить будут первый год. Вот сейчас что нужно сделать? Нужно почистить все старые, обрезать. Для начала нужно прочистить все. В прошлом году я укрывным закрывала. Было как-то повеселей, а сейчас не очень. Берете просто ножницы и все это просматриваете, оставляете буквально вот середку, вот середочку оставляете, все зелененькое, вот это молоденькое. Для чего надо чистить? Для того, чтобы удалить старые, больные какие-то, может быть. Вот такую гадость в клубнике обнаружила. Полосатую. Вредитель. Надо делать обработку. Сейчас вот почищу, потом покажу, как я буду делать обработку. Поскольку сейчас еще холодно, трудиться в огороде. Выхожу. Да холодно, да тяжело физически еще пока после зимы. Выхожу на 2 часа всего потрудиться. Ну, в принципе, этого достаточно. Вот, настригла целое ведро. И не выбрасываю, не сжигаю. А в междурядье, где будет у меня посадка с картошкой, этим буду прикрывать картофельные посадки. Муторная, конечно, эта работа. 3 часа на коленках. Спина разламывается. Но зато обработала все. Обработала я 5 грядочек. Устала, притомилась. 3 часа на карачках лазила. Что хочу сказать, уже усы пускает она. А ведь и не укрыта даже была. Только вот зимой мы привезли вот эти. Продолжаем заниматься клубничкой. Сегодня мы работаем с помощником. Сегодня мне Степа помогает. Степ, что ты делаешь? Смельчаю хвою. Вот дед ему тут понарубил. Крупные сучки срезал. А дальше Степочка мне тут измельчает хвою. Эту хвою мы привезли из леса. Елки после Нового года выбрасывали в сосновом бору. Мы оттуда их привезли. Вот теперь Степочка измельчит, да, Степ? И мы в клубничку положим. Сейчас я обработку сделаю и положим в клубничку. Так что сегодня мне работать будет веселей. Вот он взрослое мужское задание выполняет сегодня у нас. Молодец! Вот и старший внук вышел помогать. Жень, руки близко, не подноси к топору. Вообще руки убери оттуда. Вот что упадет, то упадет, не страшно. Жень, а почему ты дома, а не в школе? В каникулы. Это вам в понедельник в школу? Вот, помощники у меня сегодня какие. Семена будем сажать на улице? Вот. Класс!
После того, как мы почистили грядочки с клубничкой, их необходимо полить. Рыхлить я не буду, поскольку у меня здесь хвойная мульча. Много мы сюда привозили. Вот, сейчас полью, а потом буду делать обработку. Перед каждой обработкой обязательно нужно делать полив, чтобы не обжечь растения и корешки. В воде возиться, еще простынет, не дай бог. Степушка, вот из лейки я тебе разрешу полить. А из лейки можно, сейчас будем делать с тобой вместе, хорошо? Вот так, сейчас старт клубнички нашей дадим. Обработаем, закроем и прыгнем. И будет она у нас ранняя клубничка. Вот так. Вот мы взяли две леечки. Одну детскую на 5 литров, одну взрослую на 8 литров. Набрали мы водички. Теперь берем йод. Я перелила в удобный пузырек. И из расчета одна капля на литр. Капаем. Здесь 5 литров, значит, сколько будет? 5 капель, да? Раз, два, три, четыре. Мешай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Есть такое дело. Вот, молодец. У нас дома есть такое средство, чтобы поливать цветы. Да. Такое средство. Стёп, теперь я на своей леечке тебе показываю. Подожди, не бери пока. Подожди. Смотри. Ты вот маленькие грядочки будешь обрабатывать. Одна дорожечка, и целую леечку ты на одну дорожечку должен делать. Я беру вот эту дорожечку. Отходи. Хорошо. И смотри. Смотри, как я прям на кустике леечку. Вот так вот, раз. Прям на кустике хорошо купаю растения. Я тоже так. Смотри, вон ту грядочку и обрабатывай. Тяжелая лейка. Тяжелая. А ты думал, как в огороде трудиться? Очень тяжело. Вот он наш любимый. Нет, Катюшка. Ему Катюшка. 8 месяцев. 8 ему? Да. Да больше. Сколько он весит? 4 килограмма где-то. Что у тебя с губами? Обветрили? Да. А? Болячка. Какая болячка? Болячек. Обалдеть. Вот такой наш кексик. О, да. Сколько сегодня работников. Красота-то какая. Кексик. Ну вот, обычный пузыречек аптечный йода. Это прекрасный антисептик. Что он дает? Сейчас мы его применили для профилактики болезней. Особенно хорошо от серой гнили. Ну и активизирует все жизненные силы растения. Вот нужно будет сделать 2-3 обработки через каждые 10 дней. Значит, еще раз напоминаю, от 5 до 10 капель на 10 литров воды. Но я первую стартовую сделала в расчете 10 капель на 10 литров. На сегодняшний день у нас... Значит, с понедельника устанавливается температура от 13 до 18 даже градусов тепла. Ночью 3-5. Вот, и вроде бы на следующей неделе дожди ожидаются. А еще забыла сказать, что клубнику мы на зиму не укрывали. В декабре она стояла открытая. Вот, но осенью я хорошо замульчировала сосновым опадом все грядочки. А навалили сосны мы
где-то после 14 января навалили сосны прям на все грядки. Здравствуйте. Так, сейчас нам попиздеться. Нам, в принципе, как дела? Напишите в комментариях. А? Ну, всем пока-пока. Всем всего самого доброго. Забегайте к нам на канал. Мы всегда очень рады пообщаться с вами. Пока. Да, Степ? А что, что-нибудь сказал бы? А? Ну, а что мне говорить? Да что-нибудь.